В Восточно-Казахстанской области отметили столетие гуманитарного колледжа имени Абая. На торжественном мероприятии вместе собрались те, кто учился и работал в учебном заведении в разные годы. Одним из важных событий в этот день стало подписание меморандума о сотрудничестве с 5 зарубежными колледжами. Мои коллеги продолжат тему. Поздравить колледж с вековым юбилеем пришло много людей, и это несмотря на погоду. В фойе была организована выставка фотографий учителей и выпускников учебного заведения разных лет. Мария Жумагулова на протяжении долгих лет трудилась в этом колледже. Недавно группа учителей-ветеранов закончила работу над книгой. На протяжении 3 лет мы писали книгу об истории колледжа. Закончили работу в мае нынешнего года. Про наш колледж можно много чего рассказать. За 100 лет колледж прошел череду реорганизаций и преобразований и сейчас считается передовым современным учебным заведением со сложившимися традициями, профессиональным творческим коллективом. Здесь обучают на учителей, юристов, менеджеров, артистов и другим специальностям. Педагоги и студенты колледжа являются неоднократными победителями международных, республиканских и областных конкурсов и олимпиад. За все эти годы здесь обучились свыше 30 тысяч молодых людей. От имени министра просвещения страны всех ветеранов, выпускников, учителей и учащихся с праздником поздравили представители ведомства. Поздравляем с юбилеем. Ваше учебное заведение считается одним из лучших. Желаем вам дальнейших успехов в сфере технического и профессионального образования. Радуйте и дальше своими достижениями. Также всех с юбилеем поздравили глава аппарата Акима Восточно-Казахстанской области Ирбол Нургалиев, руководитель управления образованием области Инесса Чернышова. На мероприятии были торжественно вручены награды работникам сферы образования области и лучшим студентам. Праздник продолжился ярким концертом местных артистов. Сегодня на мероприятие приехали выпускники колледжа со всей страны. Хочется отметить, что в рамках юбилейной даты мы подписали меморандумы о сотрудничестве с 5 колледжами Российской Федерации. Главная цель этих соглашений – обмен опытом между странами в образовательной сфере. По словам руководства, учебную программу в колледже будут совершенствовать и в дальнейшем. Жанна Расылханова, Жибек Жолы, Восточно-Казахстанская область.